Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками. Люси Медекс Браун Россетти, английская-британская художница, была автором и моделью, связанной с прерафаэлитами. Была замужем за писателем и искусствоведом Уильям Майклом Россетти. Я пользуюсь Википедией. Медекс Браун родилась в Париже в семье Форда Медекса Брауна и Элизабет Бромли. Мать умерла 3 года спустя. Ее отправили жить к своей тете. В 1856 году она переехала жить к семье Россетти в Лондон. Ее воспитывала ее будущая невестка Мария Франческа Россетти. В 1956-57 годах она посетила манчестерскую выставку «Сокровищ искусств». Ее сводная сестра Кэтрин Медекс Браун описала ее как странную смесь жестокого характера и сильного ума. Летом 1873 она обручилась с Уильямом Майклом Россетти, и они поженились в 1874 году. Уильям был сыном Габриэля Россетти и его жены Фрэнсис Полидори. Провели медовый месяц во Франции, в Неаполе. Они пытались жить с семьей Уильяма, но из-за религиозных разногласий с Фрэнсис и Кристиной, которые были набожными англо-католиками, к концу 70-го года переехали в свое собственное жилье в Блумсбери. Начал рисовать в 1868 году. Вместе со своей сводной сестрой лепила и работала помощницей у своего отца. Работая в основном акварелью, она выставлялась в музее и картинной галерее Дадли. Написала биографию Мэри Уинстон Годвин, миссис Шелли, для серии книг Джона Ингрэма «Выдающаяся женщина», которая была опубликована в 1890 году. Страдала чахоткой, на зиму уехала в Италию в 1885 году, чтобы поправиться. Болезнь ухудшила настроение Люси и привела к постоянному разрыву между ней и Уильямом. Умерла в 1894 году в Сан-Ремо, Италия, в присутствии своего мужа и дочери Оливии. Была похоронена на кладбище Лафос. Оставила все своим детям, что, по мнению Дин энд Роу, должно было защитить их на случай, если Уильям снова выйдет замуж в будущем. Ну вот, конечно, немного информации, но все, что есть, что мне удалось найти о художнице, автором моделью, связанной с прерафаэлитами, Люси Медекс Браун Россетти. Пока-пока, смотрим картины. До свидания.